Сегодня мы проверим, могла ли действительно женщина летать на зонте, и какой должен был быть силой ветер, способный поднять даму средней комплекции. Специально для этого эксперимента мы приехали в аэротрубу. И с собой мы привезли вот такой вот зонт. Мы усилили его, потому что не было уверенности, что обычная конструкция выдержит. Здесь стальные тросы, которые проходят вдоль спиц. И все они сходятся на ручке, которой закреплена жесткая петля. Даже если этот зонт разрушится, а поток здесь может достигать 280 км в час, то все это останется на руке нашей Мэри Поппинс, а не улетит наверх вентилятора. Потому что если туда это попадет, то... Это инструкторы. Саша. 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 Друзья, в общем, задача очень простая. Нам нужно вот эту женщину бородатую запустить в воздушном потоке, чтобы узнать, с какой скоростью должен дуть ветер, чтобы Мэри Поппинс смогла на нем взлететь. Ну, в любом случае, надо проверить, протестировать все это, а потом уже летать дальше. Пробовать запускать наш Мэри Поппинс. Давайте. Ну, вы тогда сначала, мы, я так понимаю, даму здесь оставите, вы в доме пойдете. Да, не будем сразу с ней это. Хорошо. Расставаться лучше сразу. Тогда... Тогда кто из вас будет? С Антоном? Давайте я попробовать буду первый. Давай, Саша. Это мой дублер, который, если что со мной случится... Будет страховать тебя. Он меня подстрахует. Начинаем потихонечку! Вот, кстати, 20 км в час, то, о чем ты говорил тогда. Все, вот сейчас бы он уже сломался бы. Смотри, держи. А чего он так бегает, я понять не могу? Ну, его сносит, наверное, потоком. Он не может его удержать на ровном. Его вот. По-моему, это первый в мире зонт, который выдержал скорость 60 км в час. Саша, а в чем проблема-то была? Почему у тебя так... Обычное давление у нас нет, чтобы выйти, и он поэтому не тянет тебя в ту сторону. То есть все время по... То есть он как парус начинает работать. Он схватывает поток, угу. Здесь, да? А ему выйти-то надо где-то. И он так через бок выходит, поэтому он не может вертикально стоять, он будет стоять под углом. А как его стабилизировать? Ну, вот, полюс на отверстие. Давай, в смысле, дырку здесь делать? Ну, как на обычном парашюте, делать полюс на отверстие, все, избыточное давление у нас входило. Это стабилизирует. Собственно, схема изучена еще. Да, а я тут думал, зачем в парашюте дырка это по центру. То есть, в принципе, если Мэри Поппинс и летала на зонте, то этот зонт явно уже не мог исполнять свои прямые функции, а именно защищать от дождя, потому что с такой дырой в Лондоне делать нечего. Итак, мы усовершенствовали зонт. По наказу наших инструкторов. Ребят, давайте попробуем еще разочек. Получится ли на этот раз стабильный полет? В этот раз больше шансов, я думаю. Попробуем. Мэри, у тебя больше шансов теперь выжить будет. Ты рассчитывал, на какой скорости ты взлетит? Я думаю, километров 150 в час. Что на этот раз? Получается такая конструкция, когда сюда под давлением надувается, что как будто со стянутой вершиной. И получается здесь такая некая дуга, и здесь избыточное давление появляется. Все равно появляется. То есть оно закручивается, но не выходит через центр. Но добавляется здесь вот еще какие-то отверстия. Либо расширять, нам сделать больше отверстий. Но тогда мы потеряем в подъемной силе его. Иначе вообще он не будет подниматься. В принципе. Так, наш зонт все меньше и меньше напоминает зонт, но, надеюсь, мы все ближе и ближе приближаемся к стабильному полету, да? Ребят, давайте еще разочек посмотрим. Пробуем еще. Получится ли его хоть как-то ровно держать? Запустим. Пятьдесят шесть.
58, 60. Но он его погасил, потому что если он не погасил, то у него уж к руке он привязан, его бы унесло сейчас. Давай еще наделаем. Еще в них? Еще надо отверстие? Внизу. Давайте. Вот там. Ну скажи, пожалуйста, Саш, сейчас он стабильнее себя вел? Абсолютно нет. А ты уверен, что эти дырки нам вообще хоть что-то, хоть как-то помогают? Ну, они помогают, но очень мало, на самом деле. Вот эту шире сделаем? Мы не то, что шире делаем, да, но это, конечно же. Ну, нам надо, чтобы еще красиво было. Можем сделать в горошек. Ну да, очень нестабильная конструкция. Чем-то километров в час, и все наши чаяния развеялись прахом, как и легенда Мэри Поппинс. В общем, вы видели все сами, что несмотря на все наши подготовки, зонд сам по себе летать не может, потому что его конструкция, аэродинамическая схема, она не предназначена для тех скоростей, которые теоретически могли бы его поднять. И вот даже, как вы сами видите, вот этот вот качественный дорогой зонд с ручкой из углепластик, да, или углеволокно. И, в общем, не летает она. Не прошла. И все-таки мы это сделали. Мэри Поппинс, до свидания! Если учесть, что у Мэри Поппинс был каким-то образом волшебный зонт, который позволял ей летать, то в юбке она этого делать точно не могла, потому что над викторианским Лондоном летать без штанов, но с такой репутацией женщина точно не может работать няней. Слушай, ну так круто, конечно, полетел. С первого раза без инструктажа. Настоящий Мэри Поппинс. Ладно, Васенька, ладно, пойдем. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все. Не расстраивайся, не расстраивайся. Дайте кто-нибудь чаю горячего нам. Приготовьте, пожалуйста.